стучала в конец, квартиру открыл старый житель отец. Я долго стоял, постучал на конец, квартиру открыл старый житель отец. Я долго молчал, начал без предисловий. Мы были с Женьком вашим братья по крови. Мы 2 года рядом и спали, и ели, и вместе добили чеченские цели. Он спас меня 2 раза, когда я был ранен. Тогда-то мы с ним и решили заранее: не дай бог попасться живым в плен к бандитам, тут лучше уж сразу быть к черту убитым. Так с вашим Женьком сговорились тогда. Уж если случится такая беда, то друга убить прямо в лоб поскорей. Действовать четко, без всяких соплей. То друга убить прямо в лоб поскорей. И действовать четко, без всяких соплей. В тот день мы отправились взводом в разведку, но нас окружили, попались как в клетку. Мы сами понять не могли еще толком, где что, и вдруг Женька был ранен осколком. Кровь брызжет ручьем из-под бронежилета. Я бью по щекам, его нету ответа. Взвалил я Женька поскорее на плечи, а кровь его мне аж за шиворот хлещет. А чичи сжимают кольцо. У Женьки уж серое стало лицо. И тут он очнулся, мне шепчет босая: добей, уходи, лишь живым не отдай. Нам некуда деться от бешеных взрывов, наметили общую точку прорыва. Как быть? Женька шепчет: добей меня, ну же! Я выстрелил в голову Женьке как нужно. Потом мы прорвались от целого взвода, с десяток живыми осталось народа. Когда обменялись мы с ними телами, то Женька был с выколотыми глазами. Все Женькиному рассказал я отцу. Молчал он, лишь слезы текли по лицу. Сказал лишь спасибо, солдат, за рассказ. Спасибо за то, что ты сына мне спас.